вечер. Рада вас приветствовать на первом концерте нашего проекта, посвященного клезмерской музыке и идышской песне. «Витамин Е» — так называется проект нашего ансамбля, который уже второй сезон выступает в книжном клубе в магазине «Гиперион». Это всегда не только еврейская музыка, но еще и немножко импровизации, немножко музыкального клуба, немножко чего-то другого, в том числе аргентинского танго или песни осетинских джигитов. Это всегда что-то новое, но всегда еврейское. И вот мы хотим, чтобы эту музыку услышали также и студенты, поэтому мы организовали проект для студенческой аудитории. Вот вы можете здесь записаться на листе, который есть у Ани Беренберг, если вы хотите, чтобы эта музыка прозвучала в вашем институте или в каком-то другом студенческом заведении. А это обязательно должно быть еврейское заведение? Нет, совершенно не обязательно. Заведение не обязательно, а музыка да. Вот тут я не сомневаюсь. Почему? Итак, витамин Е. Особенно весной в пору авитаминоза необходимо немного настоящего еврейского витамина Е, настоящей клезмерской музыки. Да, еще не сказала, что тут есть вот задача логистическая, которую можно решить и положить тоже, только подписав свое имя, мы будем случайным образом разыгрывать три диска. Да, если кто уже запомнил, можно взять. У меня можно. Ну что, дорогие друзья, добрый вечер, что ли? Сейчас мы начнем наш концерт. Как я узнал, получив афишу этого концерта, у нас сегодня концерт-лекция. Звучит скучно и страшно. Я думаю, господи, на что же я подписался? Звоню Ане Смирницкой, говорю, Анечка, у нас лекция. Аня говорит, ну да, я так и хотел. Я говорю, и какая пропорция будет? Сколько музыки, сколько текста? 50 на 50 или будем торговаться? Торговались мы недолго. Я хотел, чтобы был просто концерт. Аня хотела, чтобы была просто лекция. Ну а получится у нас, как всегда, что-то среднее, что-то непонятное. Ну... Все-таки, чтобы чуть-чуть оправдать это странное название, начну с лекции. А знаете ли вы, что такое клезмерская музыка? Ну-ка, кто мне скажет? Кто скажет, что такое клезмерская музыка? Кто тут собрался? Давайте. Музыка еврейских местечек, как в самом деле. Правильно, правильно. Музыка, Миша, не занудствуй. Музыка еврейских местечек, правильно. Клезмерская музыка – это музыка евреев-ашкеназов, то есть тех евреев, которые населяли в первую очередь Германию, собственно, ашкеназ означает Германия. И эта музыка исполнялась народными профессиональными музыкантами, которые называли себя клезмерами, клеземер, исполняющий напевы. Так вот, эти самые клезмеры были народными профессиональными музыкантами. Народными, потому что они не имели профессионального образования, как мы сейчас. Не оканчивали консерватории, музыкальных училищ и так далее. Но они музыкой зарабатывали себе на жизнь. Это была их основная работа. Поэтому мы их называем народными и профессиональными музыкантами одновременно. Предполагалось, что я вам буду долго и интересно рассказывать о жанрах клезмерской музыки, о ее периодизации, о ее бытовании. Это все жутко интересно. Но я думаю, что лучше эту музыку слушать. Это гораздо приятнее. И в каком смысле даже познавательнее. Так вот, кое-что все-таки скажу по поводу жанров клезмерской музыки. Как вы понимаете, клезмерская музыка разная, и жанры в ней разные. И в течение сегодняшнего концерта мы вам продемонстрируем разные жанры клезмерской музыки. Начнем мы с дойны и фрейлахса. Дойна — это импровизационный жанр. Он импровизируется, берется какая-то гармония, и скрипач Алексей Георгиевич Розов, хлопаем, пожалуйста. Будет в ближайшие 15 минут занудно импровизировать на нашем аккомпанементе. Но если он будет так добр, то мы уложимся в 3 минуты. Вот.
А после этого мы перейдем к фрейлахсу. Фрейлахс — это очень быстрый танец, самый быстрый из еврейских танцев. Двухдольный. Сегодняшний фрейлахс, который мы вам сыграем, имеет особое название. Песня про бабки. Где ты был, когда были деньги? Ну, поехали. Как все просто решается. Все, решили,
дорогие друзья, давайте мы еще немножечко для вас побацаем инструментальной музыки. Сейчас прозвучит еще одна композиция, еще один жанр еврейской народной музыки, на этот раз хоситл. Это медленный, но тоже четырехдольный танец. Сейчас вы его услышите. Играет кто? Михаил Альтшулер. Ну что ж, дорогие друзья, а теперь дадим наконец высказаться и спеть инициатору создания этой программы «Витамин Е» каждому студенту Анне Смирницкой. Для одноименного музыкального фильма совместного производства США Польша с актрисой Молли Пикон. Идол Нидл Фидл. Фидл это фидлы, это скрипочка, такое идишское сокращение на л заканчивается. А идолы это одновременно и слово Иуда, да, имя такое, идолы.
И одновременно слово аид, еврей на идыше. Тоже как-то получается идол, ну, со скрипкой. Пространство есть, милости просим. Пожалуйста. Как говорится, подавайте пример. Так, что у нас дальше интересного? Дальше у нас предполагался по нашей лекции рассказ о песнях и их жанрах. Раздел «Профессиональные песни». Давайте мы послушаем профессиональную воровскую песню про Харшла. Поет Игорь Белый. Я бы не сказал, что это профессиональная воровская песня. Это просто уличная песня, безымянная. Неизвестно, кто ее написал в Варшаве 30-х годов. Хотя, может быть, вполне может быть, что Мордехай Гебертик. Неизвестно. Называется она Харшл. Харшл – это имя. Имя какого-то неизвестного местного варшавского уличного бандита-ракетира. И вот в этой песне обращаемся к этому Харшлу. Харшл был важным братком. Куда бы он ни приходил, везде всем ставил выпивку. Харшл был самым крутым, и все его боялись. А вот теперь он идет, повесив нос. Он получил тумаков и сам не знает за что. Харшл, ну и куда ты? Ну и кто ты? Ты теперь никто, и больше не будешь собирать свою дань со Швентаерской улицы. Харшл из Бире, Эйнер фунди Гройсе, Буэр из Гекумен, Хотер Гехейсен, Шнелн Акойсе. Хант гейт Харшл, Арроб гевостит и нос, Эрхоб гекриген лейс, Вейстер ништ фаровоз. Харшл, Бугейт, Харшл, Ушнейсту, Харшл, Вуристу, Миттайн, Гробенд, Духосшой ништ Кейнхенд, Духосшой ништ Кейнвенд, Дуэсшой ништ Немилой Швентаевский Кейнпроцент. Thank you.
гангстер фунзиалы. Фигурин Мейр Чомпл, он ходит с убилом Михалы. Хайнт Герри Хашу, Орлок и Лос Динос, Эрготник Риган Лейвис, Вестер Миштворос. Хашу в Бургейсто, Хашу в Штейсто, Хашу в Убисто, Дайна Кловенет. Du hast schön nicht den Hemd, du hast schön nicht den Hemd, du hast schön nicht den Hemd, du hast schön nicht den Hemd. Сразу перейдем к другой стороне, к песням о любви. Сейчас я снова приглашаю на сцену Анну Смирницкую с песней «Рейзелы». Ваня, как же лекционная часть? Это рассказ о жанрах. Ты же говорил. Анечка, я отвечаю за время, так что пой. Ой, любовь моя, и уже тематическое вступление. Песня о любви. Аня строгая девушка, поэтому я лучше не буду сказать. Подожди, сначала расскажу о чем-то. Рассказывай. А то ведь никто же, может, не понимает на идиш. Или кто-то понимает. Стоит дом, в котором живет моя любимая Рейзовая. Каждый вечер я хожу мимо этого дома, насвистываю ей, она выглядывает и выходит ко мне. Она выходит, мы обнимаемся, гуляем и разговариваем. Она говорит: ты знаешь, ты вот мне свистишь, когда ты меня зовешь, но моей маме считает, что это не по-еврейски. Это как вот Азой у них. Ты так не делай, ты мне просто позови. А он говорит: а я что, вот ты хочешь, то и сделаю. Хочешь, вот как твоя мама, буду таким же религиозным, буду ходить в синагогу каждую субботу. Только вот ради тебя, моя любимая. Она говорит: я так и думала, мой миленький Довидо, мой любимый Довидо. Я так и думала, я уже вышиваю для тебя мешочек для тфилина. Ты придешь к ним в синагогу, и там тебе скажут: ну красивый, ты скажешь, это моя Рейзела вышила. А он говорит: спасибо, дорогая, за этот подарок. Я так люблю тебя, Рейзел. Я так люблю тебя, твою маму, твой дом, улицу, на которой ты стоишь. И она уходит, а он мечтает, чтобы она пришла во сне к нему, его Рейзел. Bald wird ich sein frei, geh sich noch ein paar Mal lieber einst.
фай драй. Гарих мира фрайлахер, зингунак мирны салех. Элиф ойф детелеблах шпринген, ир дробны фисалех. Шой на роб фунецн треп, нэм зюдны бару. Гибир штил акушен кэпу, ку-ку-ку. Хвил дих бетен довидал, зо старой фништ фарфендер. Эрстер фальшен зог диман, зис рун сфартрит. Файфен зог си из ништ гибиш, спас на плой сфарзай. Кайзих ноха помол гибиш, айц цайдрай. Хвел фун хайн ниш файфен бэр, дров гибих ашгуэле. Дир цулип вериха филе, вэн фрумэн снуэле. Хвел зэн вэн дурюс на райз, ви дайн маме фрум. Еден шабэс гайнен клайзон, кум-кум-кум. Глайбэс дир ман либенке, und mir fahr dir dovede, strieg ich erscheint viel und säkel, mit am Ofen dovede. Wenn gefällt's mit den Kleisen, so gut sollst du sein, so gut gestriegt mein lieber Reise, eins, zwei, drei. Dank feucht dein Matonele, chliba so in dich reisele, chlieb dein Mann, chlieb das Gessen, chlieb das alte Heisele, chlieb das Stindlach neben Heisen, dreist du sehr gut. Herr, dein Mama ruschen Reisel, kum, kum, kum. Da ich mir verreiche, Herr, nun sind mir nisselech. Herr, ich häuf die Treppluch laufen, ihre Träumen erfisselech. Wieder steht Vertrag des Heißen, gessen wir der Sturm. Kum zu mir in vollen Reisel, kum, kum, kum. Ну что же, дорогие друзья, давайте посмотрим на вопрос любви с другой стороны. Прошу, Игорь Белый, с другим рассказом, тоже о любви. Ну, мне как-то так достается в этом концерте, сейчас мы исполнять всякую... Я бы не сказал, скорее шуточные песни, такие, причем народные, безымянные, совершенно безавторские. Вот это еще одна такая народная песня столетней давности. Называется она «Борщ». «Борщ» на идиш будет очень интересным. «Борщ» на идиш звучит как «борщт». «Ах, какой вкусный борщ! Никогда такого не едал. Пожалуй, я и тебя теперь не забуду. Ты перевернула всю мою жизнь. Наверное, я тебя люблю. Послушай меня, если дело в материальной стороне, моя мать продаст дом. А если дело в моем происхождении, мой дед был раввин. Так что давай-ка готовить свадьбу, тем более, что я уже старый больной. Nicht gegessen, ich hab noch das Atom nicht gefiel. Ich bin und dir mein Leben nicht vergessen, weil ich hab dich lieb. Ich bin und dir mein Leben nicht vergessen, weil ich hab dich lieb. Oh, ich bin mir wohl, dragi boy, du ganze Städte kennst dich nicht. Nur der Dir bin ich geworden auf Paraleune, weil ich hab dich lieb. Nur der Dir bin ich geworden auf Paraleune, weil ich hab dich Mein Mama verkaufen du stehst, er will mit dem Norden zählen, weil ich hab dich lieb. Er will mit dem Norden zählen, weil ich hab dich lieb.
нору. Дологи лейли хосене у, байли хитшайнолхен гру. Дологи лейли хосене у, байли хитшайнолхен на этой теме. Снова Анна Смирницкая. Я хочу на самом деле еще напомнить про задачки, которые у вас там где-то розданы. Лингвистическая задача на идиш, которую написал один студент Высшей школы экономики. И те, кто решат ее, будут, значит, мы с них разыгрываем диски. Анна, возьмите, пожалуйста, листочек. Конечно, конечно. Давайте, Аня Беренберг. Ой, Дортен, Дортен, о, далеко-далеко. Народная песня, слова и музыка народа. Далеко-далеко, за морями, за мостами, я тебя, моя любимая. Сколько мы с тобой провели вечеров, я вспоминаю. Сколько мы с тобой пролили слез, пока не узнали о том, что любим друг друга. Помоги же мне, Боженька, так и далеко от тебя. Мы уже 3 года играем в любовь, никак не можем доиграться. Тут вот такое выдержанное слово. Ой, шпиндельи, не можем доиграться до чего-то. И я вспоминаю тебя, твои глаза, они как черные вишенки. Твои губы, они как розовая бумага, розовый папир. И твои пальчики, они как перо чернила. Так что пиши поскорее и почаще мне письма. Очень современные, считаю. Ой, Дортен, Дортен, и Бернвассерн. Ой, Дортен, Дортен, и Бернбрюк, портрет Махатмен мих, ин де вайтен лендер, ун бенкен бенк их нах дир цу рих.
листу, ох ты, бривцу мир. Ой, тайна фингала, витинтум фатер. Ой, шрайму золсту, ох ты, бривцу еще чуть-чуть поговорим, а уже даже позвучим о клезмерских ладах. Лады клезмерские разные, времени у нас мало, поэтому мы сразу будем играть. Значит, сейчас прозвучат две инструментальные композиции. Первая из них называется «Хора». «Хора» — это не то, что кто-то мог подумать, что это израильская хора, быстрый и веселый танец, а это очень занудная, грустная, это такой медленный, плавный женский танец, трехдольный. А после этого прозвучит шер, умеренно быстрый двухдольный танец. В нашем случае они будут следовать подряд. Thank you.
вызовем на сцену Игоря Белого. Да. Еще один взгляд на рабочие песни. Да, рабочая песня действительно, и у нее есть наконец-то автор. Это Мордехай Дебиртик, снова Польша, снова 30-е годы. Называется эта песня «Арбетлозе марш», «Марш без работы». Eins, zwei, drei, vier, вот мы и безработные. Не слыхать ударов молота на фабриках. Инструменты лежат забытые и ржавеют без дела. Мы бродим по улицам, словно богатые бездельники. Дома, дворцы, города и страны. Разве для горстки тех, кто умеет лишь тратить? Мы годами трудились, а получили лишь голод, нищету и безработицу. Eins, zwei, drei, vier, вот так и маршируем. Поем песни о новом мире, о стране, где живут свободные люди, где всем хватит свободы в этой новой свободной стране. Schon lang in Fabrik dem Hammer klang, liegen wir im Kalt vergessen, nehmen der Schaden sein Schiff fressen, geben wir ein roben Gas, wiegen wir im Pust und Pass, wiegen wir im Pust und Pass. Eins, zwei, drei, vier, arbeitlose Sami, ohne Vegetarier, unser Bett ist Erb und Lehm, hat noch wer was zu genießen, teilt man sich mit jedem Bissen, was er wiegen wir im Wein, gießen wir uns sich herein. Gießen wir uns sich herein. Eins, zwei, drei, vier, arbeitlose Sinnermin. Jahrelang die Arbeit schwer und die Schacht als mehr und mehr. Heiße Schlösser, Städte und Länder, fahre heute einfach Schlender. Unser Wunder, fahre es los, ungerneut und arbeitlos, ungerneut und arbeitlos. Eins, zwei, drei, vier, oder soll ich marschieren hier? Und die Klose tritt noch tritt und wir sind gesichert hier. Von der Land am Elternaie, wo es leben menschenfreie, arbeitlos ist ein Schuhkamp. In der neuen freien клезмерскую музыку, которая была сочинена достаточно давно. И клезмер, и идишские песни. А сейчас мы с вами перейдем, у нас же лекция с вами, напоминаю на всякий случай, в рамках нашей лекции мы сейчас перейдем к современному идишскому творчеству. Можно не идишскому, просто современному еврейскому творчеству. Игорь Белый расскажет о своей песне. Вот забавно то, что я эту песню пел здесь, в Гилеле, 15 лет назад. Это было другое поколение, другая жизнь, но та же самая песня. Это песенка про детство. Я вспоминаю свое детство, киндергёрн. У моей дорогой бабушки жило много кошек, кэцеля. На идише кэцеля – кошечки. У первой кошечки была зеленая шерсть, тигриной шкурки. И она работала музыкантом. Кошка или бабушка? Кошка. Вторая кошечка жила in der Krynice, в колодце на самом дне, но не унывала. А третью кошечку я помню только на ощупь. И это все, что я помню из своего детства, киндер-йорн. Киндер-йорн.
У бабушки Эго было три котенка, три зверька, котята, не собачки. Дом бабушки Эго обходили сторонками, через выселки шли мимо водокачки. Ай, мы шли мимо водокачки, обходили, как возможно. Ай, мы шли через левое плечо, плевали осторожно. Ай, вы, а первый котенок был зеленого цвета, как трава в апреле у калитки. Недобро косился, пропадал до рассвета, иногда умел играть на скрипке. Ай-вэй любил играть на скрипке полноумными ночами. Ай-вэй безумными ночами ничего не замечали. Ай-вэй, ай-вэй, накрапывал дождик облака в обиде на безветрие скрывали солнце. Второго котенка так никто и не видел, его бабушка прятала в колодце. Ай-вэй в пустом колодце начали черным лохом. Ай-вэй единственным оттуда он подмигивал мне окна. Ограде стук сапог военных через сени, а третьего не разрешали гладить по субботам или воскресенье. Ай-вэй давали гладить по пушистой шерсти мягким детям. Ай-вэй, как плохо помню бабушку я эту, извините. Ай-вэй, ай-вэй. Важная составляющая клезмерской психологии, вообще самого существования явления клезмера, в том, что клезмерские музыканты, они обычно пришли на одну работу, отыграли, побежали на другую работу, отыграли там, побежали на третью работу, а потом еще у них ночная работа. Мы настоящие клезмеры, поэтому мы пришли с одной работы, сейчас работаем у вас, а потом мои коллеги побегут дальше. И у нас есть время только на одну композицию. Сейчас будет короткое голосование среди желающих. Предлагается... Гилель попросил, чтобы мы спели «Нигун». А мы можем еще сыграть «Зажигательный булгар». Выбирайте, кто голосует за «Нигун»? Я. Кто голосует за «Зажигательный булгар»? Я. Булгар. А, стоп, еще одно объявление. Знаете, а к булгару хочу сделать объявление, что сегодня совершенно неожиданно, кто не знал, но у Миши родилась дочка вчера. К такому случаю Миша начнет булгар первым. Thank you.
Михаил Мичур, это вас. Алексей Ровнов. Михаил Буденков. Анна Смирницкая. Игорь Белый, пожалуйста. Я буду руководителем, на самом деле, достаточно.